Всем привет! Наши раки и креветки уже подросли. Им сейчас около 6 месяцев. Креветки старше на 2 недели. Для раков сделали отдельную загородку из сетки. И они там живут. Но иногда перелазят через нее и приходится их собирать и обратно закидывать. Сейчас я отловил двух крупных раков и одну среднюю креветку. Самую большую креветку не получилось взвесить, потому что все три крупные креветки полиняли в один день, и их не хочется беспокоить сегодня. Один из самых больших раков весит 75 грамм. 76 грамм. Это ему 6 месяцев, да? 5 сейчас. 6 месяцев чи больше? Я не помню. Видео, конечно, не передает их размеров полностью, но таких раков на рынке еще надо поискать. Обычно продают мелюзгу. Он вроде чуть крупнее. Дурак такой, конечно. Вот этот рак у нас самый крупный. Ну, 10 грамм тяжелее, да? Ну, да. Ну, такой запалец. Вот это средняя креветка. Думаю, что самая большая креветка, ну, грамм на 10 больше этой. И она весит всего лишь 50 грамм. Креветка, ты не в фокусе. Так, по нолям, да? 40-50 грамм. Я так считаю, ну, почти самый здоровый. А вот это вот самый маленький рак. Весит как средняя креветка. Так что в наших условиях получилось так, что раки растут быстрее креветок. Вот этот самец самый главный в бассейне. К нему все самки подлазят. Наверное, всех самок окучил. Все креветки в бассейне заняли свои углы. Никого туда не отпускают. Вон сидит самая большая, но она полинявшая, поэтому свешивать не будем. Вот таких вот размеров вырастают ампулярии в хороших условиях. Когда они у меня жили в аквариуме, они были раза в три меньше, чем сейчас. И больше не росли. А здесь нас за пару месяцев вымахало. Вот так вот креветки погрызли наш электронный термометр. Всем пока.